сотовая. Ну, блядь, просто для примера. Я просто покажу, что тут я тоже проебался, короче говоря. Здесь открытых, вот просто, да, открытых ордеров. Нет, допустим, не только, да, вот более 100 тысяч. Я не хочу продавать. То есть я при помощи трикомаса, блядь, это все понакупал, блядь, но я не хочу продавать. Потому что сейчас цена вырастет, а потом я не успею. Поэтому сколько у меня здесь денег? Управление средствами. Сколько? Обзор. Давай посмотрим. Вот. Еще раз я просто сделаю. Я просто все отменю.